Новые дома требуют новой коммуникации. Именно поэтому в Краснозаводске параллельно со строительством домов под переселение из аварийного жилья начали замену сетей. Масштаб бедствия налицо – ржавые прогнившие трубы. Их место займут надежные, долговечные из современных материалов. Пока мы здесь в Краснозаводске масштабно занимаемся стройкой, ребята наши с водоканала выявили, конечно, проблемы в сетях, определили точки, которые, ну, в общем, находятся уже на грани. Трубы, которые достали, мы видели, им уже там в районе 50 лет, чугунные, и они явно не выдерживают. Поэтому полкилометра сетей канализационных, а это экология в первую очередь, это удобство для жителей, они тоже будут заменены, такое решение принято, работы уже идут. Вот правильный подход к организации работы водоканала в последние несколько лет, несмотря на проблемы с процедурой банкротства, которая не является какой-то катастрофой, это нормальный экономический механизм. Вот в этой процедуре водоканал у нас потихонечку оживает. Спасибо людям, которые в чем-то вдохнули в него такую новую жизнь. И мы достаточно много с ними уже сделали без привлечения отдельных средств. Но получается это потому, что на какие-то текущую работу мы привлекаем федеральные и региональные программы, а высвободившиеся направляем вот на такие локальные точки, которые, вне всяких сомнений, очень важны. Помимо сетей канализации, здесь планируют заняться и водой. О проекте строительства водопровода, который пройдет от Краснозаводска до поселков Зеленый Мирный и деревни Душищева, депутаты Госдумы Сергею Пахомову и главе округа Дмитрию Акулову доложил заместитель директора водоканала Денис Житких. 9 километров, 9,5, из них 2,5 уже поменено. Это вода. Это вода и канализация. Протяженность водопровода составит 7,5 километров. Реализация проекта даст чистую воду сразу большой территории. Оксана Перевозникова, Вячеслав Шумов, ТВР-24.